Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Росстандарт рассматривает возможность объявления отзывной кампании в отношении автомобилей Hyundai и Kia. Точное число машин, модели и годы выпуска пока неизвестны. Проблема заключается в том, что данные автопроизводители ушли с российского рынка. Поводом же стал масштабный отзыв Hyundai, Kia и Genesis в США. Более 3 миллионов машин там заподозрили в вероятности возгорания из-за утечки тормозной жидкости. Трасса 101. Средняя цена полиса ОСАГО в первой половине 2023 года составила 7200 рублей. По данным Центробанка, в сравнении с тем же периодом 2022-го, обязательная автостраховка подорожала почти на 22%. Наиболее существенное увеличение ощутили начинающие автомобилисты, а также водители, попадавшие в ДТП. С аккуратных автовладельцев стали брать больше в среднем на 8%. Хотя год назад, когда произошло расширение тарифного коридора, страховщики говорили, что они, возможно, будут платить меньше. Трасса 101. Седаны «Москвич-6» появятся в продаже в конце октября, начале ноября этого года. Как информирует издание «Автоньюз», машина будет стоить порядка 3 миллионов рублей. По словам продавцов, клиенты машину ждут, есть даже небольшая очередь. «Шестерка», напомню, это перелицованный «Jaxi Hall A5+.» Авто будет оснащаться 136- либо 174-сильным бензиновым турбодвигателем, трансмиссия, вариатор, либо робот. В базовую комплектацию войдут кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, парктроник, полностью светодиодная оптика. Трасса 101. А дилеры Havail начали предлагать кроссовер Jolion в новой комплектации Elite Plus по цене 2 миллиона 340 тысяч рублей. Такая версия отличается наличием мониторинга давления в шинах, электропривода зеркал, двухзонного климат-контроля, системы кругового обзора. Кроме того, сиденья обшиты не тканью, а искусственной кожей. Под капотом по-прежнему размещен 147-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод передний. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».